Всем привет! Меня зовут Олег, мне сейчас 21 год, и я наставник в школе героев гимназиум. Здорово! Сегодня не самый обычный выпуск, я даже не знаю, к какой серии роликов это впоследствии, не после монтажа мы отнесем. Боремся, поехали! Вообще, что для тебя работа детским тренером? А что это стоит? Пунктуальность – это черта людей, которые… Не опаздывают. Скорее всего, большинство бросит джиу-джитсу. Меня это немножко расстроит, но… Я их за это ругать не буду. Лев, на ноги вставай! Отталкивай, вставай на ноги, Лев! Я бы хотел прибавку. Я бы хотел прибавку в зарплату. А в раздевалке чем держит больницу? Наша. Наша. А я не знаю, как он тумбочку брать. А никуда не убирайте. Пусть лежит? Пусть лежит, да, мы заберем. Ну что, кто хорошо боролся сегодня? Ты хорошо, Олег. Как боролся? Плохо, то есть ты понимаешь, что ты плохо боролся, да? А хорошо, когда начнешь. Ну, пора начинать. Хотелось бы самому стать черным поясом. Раньше, чем они. Хотя бы на год. День. Хотя бы на день, хотя бы не в день аттестации стать на месте. Но у них очень много шансов меня обогнать. Ну, собственно, на этом все. Так, стали ровненько. Ко мне! Мимо! Да. Рей!